СДПК и Республика – самые популярные партии в стране. Американская некоммерческая организация Международный республиканский институт с ноября по декабрь 2019 года провела опрос среди населения Кыргызстана. В анкетировании приняли участие 1483 человека. Это жители всех регионов страны от 18 лет и старше. Коэффициент достоверности опроса – 95%. Раздел «Политика». Вопрос звучит так. Какие партии вы знаете? По итогам опроса самой популярной оказалась СДПК. 62% опрошенных назвали именно эту политорганизацию. Партия «Республика» 58%, «Атамекен» 54%, «Атаджурт» 50%. К слову, все эти партии так или иначе имеют оппозиционную направленность. Следующий вопрос. Какая партия наиболее успешно может справиться с проблемами Кыргызстана? Лидирует «Республика». 18% опрошенных назвали именно эту партию. Ненамного отстают социал-демократы. 17% респондентов считают, что именно СДПК сможет успешно решить проблемы страны. По 9% респондентов высказались за «Атаджурт» и «Атамекен». Совсем слабые результаты. У «Замандаша» и «Бутын Кыргызстана» поддерживает эти партии всего 1% опрошенных. Если парламентские выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, то за какую партию вы бы отдали свой голос? И снова лидирует та же четверка оппозиционных партий. Республика заручилась поддержкой 17% опрошенных. За СДПК отдали бы свои голоса 11%. За «Атамекен» и «Атаджурт» 10,8% голосов соответственно. Слабые результаты, опять же, у Кыргызстана, Бирбола, Замандаша и Бутын Кыргызстана. Кстати, подобный опрос совсем недавно проводило агентство News KG в рамках проекта «Комдук Пикир». Корреспонденты в течение нескольких недель выезжали в областные центры республики и опрашивали людей. Первое место заняла партия СДПК, за ней «Атамекен», «Республика», «Атаджурт» и так далее.